Да, командор. Да, да. Можно начинать. Это так важно. С чего же начать? Какой тип меча вам бы хотелось? Клинок. Баланс. Какие предпочтения? Безусловно, командор. А что насчет самой ковки? У меня есть много материалов, зачарованных в формаре, а драконья кость весьма чувствительна. Итак, я начинаю. Только поглядите на него. Это лучшая моя работа. Пусть послушает вам верно. Да, командор. Великолепно! О, как я сегодня счастлив! Итак, что будем делать? Смертоносный лук? Прочный щит? Ну, конечно! А теперь в сторону! Приглядите, чтобы Хэрон мне не мешал. Готово. Что за великолепное дерево? Вот. Берите. И уходите, пока я не лопнул от гордости. Ой, простите, я... Ах ты, подлая, неблагодарная тряпка! Ты не знаешь, она вовсе не из-за этого злится, но... Я Миша. Была торговкой, пока вот она меня не разорила. Я у нее на побегушках была. Пыталась этой тряпке жизнь облегчить. Думала, хорошее дело делаю. А потом слышу, у Бемот золотая статуэтка совершенного пропала. На завтра, бац, она у меня в лавке. Я не хотела, но Бират пригрозил убить вас, если я откажусь. Ему нужно было избавиться от нее. Дом Бемот мог бы потребовать меня казнить. Тебе бы пришлось сказать правду. И тогда Бират убил бы меня. Миша, я теперь в Легионе Мертвых и скоро погибну на глубинных тропах. Так, я тут несу шкуры кожевнику. Надо же как-то кормиться. Брысь с дороги, клеймённая. Что было, то было. Надо идти.
куда братья положили мою книгу. Надо их вытянуть, наверное. Ора, пожалуйста, не бойся. Я не хочу тебя напугать. Ты в теле моего мужа. Я дух справедливости. Я не замышлял ничего дурного против твоего мужа. Я бы облегчил твои страдания, если б мог. Я знала, что такое может случиться, когда он уходил. Он мне говорил. Его отец тоже был серым стражем и тоже погиб в бою. Скажи, могу ли я для тебя что-нибудь сделать? Только скажи, и я сделаю это. Отомсти за него, дух. Пусть у меня не будет его праха, но мне будет приятно знать, что убийца поплатится. Порождение тьмы. Да, я понимаю. Ушла. Правильно ли я поступил? Она любила этого мужчину, а он любил ее. Я завидую тому, что у них было. Я обязательно поразмышляю об этом еще, но не сейчас. Спасибо, что привел меня сюда. Тебе что-то было нужно? Кристоф, ты вернулся. Хочешь оставить комнату за собой? Мне она не нужна, смертный. Распорядись ими, как сочтешь нужным. Боюсь, вернее будет сказать, что они поймали его. Что вам подать, друг мой?
нужно? Что вам подать, друг мой? Ты, бывает, дергаешься ни с того, ни с сего. Ребята, трудятся, не покладая рук. Взаимодействие между мной... Я все думаю о Боре, смертной женщине, которой была женой Кристофа. Я все завидую их любви. Но зависть — чувство демона, желание того, чего не можешь иметь. Я думаю, я понимаю. Ты сосуществуешь с великой тьмой и великой красотой. Должно быть, это сбивает с толку. Однако сейчас я чувствую, что желаю большего. Это так ново. Спасибо за то, что привел меня в этот мир. Чем я и продолжу заниматься, если позволишь. Ты делом подтвердил свою дружбу, Серый Страж. Вот пример того, чем ценен мир смертных. Я горжусь тем, что мы можем совершить вместе. Вряд ли я когда-нибудь снова увижу Мищу. Она в изгнании, а я в Легионе. Должно быть, предки решили, что будет забавно, если на меня наорут на улице. Ага, как в тот раз, когда я ловила Нага и шлепнулась в помойную яму. В пыльном городе еда ценилась дороже гордости. Как-то раз Мища поймала меня, когда я украла окорочок Нага. Вместо того, чтобы пожаловаться лавочнику, она заплатила за меня. «Неприкасаемые, — говорила она, — становятся преступниками от безысходности. И если уж она может помочь хоть одной неприкасаемой девушке, а я оказалась дрянью, как все и считали. В Легионе народ меняется. Кто-то становится лучше, кто-то хуже, но меняются все. Теперь, потеряв многих друзей, я знаю, что дружбой нельзя разбрасываться». А может, удастся хоть что-то исправить? Мища говорила про кожевника. Можно сходить, поговорить. Спасибо. Ладно, мне надо отдохнуть. Впереди тяжелые дни.
надо кого отдубасить? Только, ой, кажись, у меня на ноге мозоль лопнула. Да. 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 С возвращением. Что-нибудь нужно? О, разумеется. Что ты тут делаешь? Ты не из городской стражи? Очень хорошо. Верно ли я расслышал, гномка, что ты мертва? В определенном смысле, да. Тело. Ты собираешься и из Амарантай на меня выжить? Я знаю, никакими словами ничего не исправишь. Так что возьмите вот это. Кольцо. Это что, предложение? Так ты не в моем вкусе. Оно... за него хорошо заплатят, даже на поверхности. Чтобы вы наладили жизнь. Похоже на герб дома Волны. Небось, у какого дворянина сперла. Мое оружие принадлежит Легиону или Серым Стражам. Это единственная моя личная вещь. Все равно Варлан хотел отказаться от всего, что имел. Так что оно и к лучшему. Этого надолго хватит. Можно новое дело начать. Ты правильно поступила, Сигрун. Иду.
страж Командор. Я так понимаю, вы решили нам помочь? Торговля почти замерла. И тут появились контрабандисты. Продают краденый товар по несусветным ценам. Если получится прикрыть эту лавочку и захватить припасы, можно будет раздать их нуждающимся. Один контрабандист сейчас вертится на рынке. Он наверняка знает, где их тайное логово. Мы из него ничего не сумели вытянуть. Вдруг вам удастся? Здравствуйте. Позвольте вам предложить... Погодите. Ребята сказали, что видели, как вы говорили с... Учись не совать нос куда не следует. Серые стражи, видно, много ходят. Пальцы чешутся. Столько всего блестящего. Ага, не бойся, не стяну ничего. Так просто. Припомнилось. Когда ты неприкасаемый и растешь в пыльном городе, то таскаешь все, что плохо лежит. Но все равно это меня не оправдывает. Я была воровкой, лживой, гнилой тряпкой. Пойдем-ка отсюда, пока искушение невелико. А то ведь я не железная. На, возьми свой кинжал. Я его уронил. Thank you.
удалось что-нибудь сделать с контрабандистами? Этот дом простоял запертым много лет. Подумать только, все это время там был тайный вход. Там наверняка будет кто-то стоять на страже. А где стражник, там и ключ. Если сумеете пробраться в логово контрабандистов, они обречены. Удачи, командор. Как мило. Я вас слышал. Вы доставили трудности моим ребятам. Верно? Thank you.
Что вам подать, друг мой? Есть новости. Амарантайн у вас в долгу, командор. Спасибо. Рад вас видеть в добром здравии, командор. Между чем и чем раз... Что вам подать, друг мой?
Я до тебя эльфов повидала. Ты гордишься, да? Спасибо тебе большое-пребольшое за то, что принял в Орден, за то, что показал поверхность. Но ты только не думай, что я ушла из Легиона, ладно? В пыльном городе мое слово ничего не значило. Тогда я вступила в Легион и поклялась защищать Арзамар. Это уже чего-то стоило. И я сама начала чего-то стоить. И я горжусь этим. Пусть даже придется умереть в конце концов. В Легионе смерть всегда за тобой ходит, словно похотливый дядюшка. А тут она кажется такой далекой. Когда на поверхности наступит мир, я вернусь на глубинные тропы. Совершу последний поход стража. Поход призвания. Я наконец-то поняла Варлана. Я тогда так и не смирилась со своим приговором. Возмущалась, и мне делалось еще больнее. А вот теперь, когда я получила отсрочку и могу выбирать, я твердо знаю, что должна сделать. Я тронута, но я уже приняла решение. Но порождение тьмы все еще угрожает поверхности. Это меня тревожит больше всего. Мила. Надо кого отдубасить? Только намекни. Чем могу быть полезна? Безусловно. Да. Ого. Да. Thank you.
Я должен кое за что перед тобой извиниться. Есть за что. И вовсе не все в порядке. Когда я вернулся из Вольной Марки, то был уверен, что моя семья погибла только потому, что в войне поддержала не ту сторону. А на самом деле, отец во всем виноват сам. Никаких интриг, никаких заговоров, только глупость одного упрямого эгоиста. Я мог бы и сам догадаться. Было. Когда-то. Это не извиняет его поступков. Я был глупцом и по-ребячески винил во всем тебя и стражей. А ты, несмотря на это, предложил мне дружбу. Ну, или что-то вроде. Или здесь я тоже ошибаюсь. Здорово. Знаешь, когда ты меня брал в рекруты, я и подумать не мог, что мне это в итоге понравится. Ладно, пора и в дорогу. Не хочу отнимать у тебя время попусту. Чем могу быть полезна? Безусловно. Чем могу быть полезна? Конечно. Thank you.
Чем могу быть полезна? Безусловно. Хорошо. Да. Угу. Да. А вот и я. Чем могу быть полезна? Безусловно. Я пошел. Да. Угу. Да. Ох, командор, мой командор. Чем могу быть полезна? Безусловно.
Скажи что-нибудь. Чем могу быть полезна? Конечно. Командор, многие лорды уже собрались. Порождение тьмы собрали армии. Благородные интересуются, как ты будешь их защищать. Прикажешь собрать их, или тебе нужно еще подумать над стратегией? Я сейчас же пошлю гонца. Хватит ждать. Опоздавших придется заменить. Лорд Эдлбрэк, это совет командора стражей, а не ваш. Я опасаюсь за деревни, что на равнине. Там в поле порождения тьмы. Целая армия с солдатами, вернувшимися к башне. Это не... Командор! Командор! Дитя, что случилось? Армия порождений тьмы показалась возле Амарантайна. Оборони нас, Создатель. Неужто они напали на город? В Амарантайне уже давно почти не осталось народу. Он долго не продержится. Наши силы двигаются слишком медленно, а вот небольшой отряд может успеть. Но это же самоубийство. Надо попытаться. Если кто и может отразить натиск порождений тьмы, то это ты, командор. Драться с ордой порождений тьмы значит играть с верной смертью. Капитан, даже и не думай оставить меня здесь. Командор, кого ты возьмешь с собой? Мы истребим всех порождений тьмы, какие нам попадутся. И я узнаю, что они сделали с моей сестрой. Кого еще ты берешь? Когда ты предложил мне вступить в Орден, я сперва решил, что ты спятил. Воздаяние. Ради него можно умереть с радостью. Кого еще ты берешь? Да будет так. Клянусь, враги понесут тяжкую кару за свои прегрешения. Значит, решено. Командор, ты же не собираешься помереть у меня на глазах? Для этого есть легион. Я пригляжу, чтобы в башне остался Эль. А ты притащи мне пару черепов порождений тьмы. Я их попинаю. Лады? О, я, кажется, упустил самоубийственное задание. Несправедливость. Ну... Удачи. Выше голову и все такое. Остальные будут здесь. Командор, да защитит и поддержит тебя Создатель. Thank you.
умоляю вас, страж, спасите мою семью. Моя семья в городе. Пожалуйста, дайте мне поговорить со стражем-командором. Как хорошо, что вы наконец-то здесь, страж-командор. Вот только боюсь, мало что уже можно исправить. Пару ночей назад в город из-под земли прорвалась орда. Орда мерзительных тварей. Они сеяли заразу и уничтожали все, к чему не прикасались. А затем на рассвете напали другие порождения тьмы. Страж-командор, уже слишком поздно. Амарантайну конец. Дома, может, и устоят. Но жителей в них после набега тех тварей будет немного. Порча, которую они разносят, слишком заразна. В первый же день она поразила почти четверть горожан. Констебль, сюда идет порождение тьмы. Только одно. Лучники, застрелить его! Мир, не убивать, только поговорить. Архитектор передает послание Серому Стражу. Войско Матери идет на башню бдения. Скоро мать начнет штурм. Архитектор меня послал предупредить вас. Вы должны спасти крепость, а потом прикончить мать в ее логове. Серые стражи ценны для архитектора. Мать это знает. Да, знает. Если мы выступим немедленно, то можем еще успеть добраться до башни бдения и спасти ее. А как быть со здешними порождениями тьмы? Скоро они тоже пойдут к башне бдения. Мать хочет разрушить крепость до последнего камешка. Порождение тьмы, право. Мы не можем уйти, оставив за спиной целую армию. Констебль говорит, что городу конец, предлагая его разрушить. Сожжем город и всех порождений тьмы, которые засели в нем. Страж-командор, Амарантайн для нас уже потерян. Мы не можем потерять еще и башню бдения. Командор, мы не можем спасти Амарантайн, если он уже погиб. Зато мы еще можем спасти нашу крепость. Губить других, чтобы спасти себя, это неправедно. Не хочется мне видеть, как на этих улицах будет бесноваться огонь. Но это, быть может, наш единственный шанс. Разве что чудом. Командор, я последую за тобой. Мы не можем позволить себе потерять башню бдения и серых стражей. А те люди, что еще остались в городе, все равно обречены. Я... Нет. Ладно, понимаю. Будем молиться, чтобы крепость выстояла и без нашей помощи. Нет, нет. Если ты останешься здесь, мать добьется, чего хочет. Стало быть, Амарантайн... Быть не может, чтобы порождение тьмы устроили это сами. Кто-то их направляет. Если мы уничтожим главаря порождения тьмы, можно будет заняться поиском уцелевших. Удачи вам. Да хранит нас всех Создатель.